прежде чем ты пришел к своему желаемому весу, я думаю, что уже можно наслаждаться жизнью, а не ждать этой заветной цифры на весах. Есть устоявшийся стереотип. У тебя есть лишний вес, ты, значит, не спортивный. Займись спортом, и как бы все пройдет. На самом деле, давно мне хотелось что-то такое сделать, когда все начали бегать марафоны. Мне, естественно, тоже хотелось каких-то медалек хотя бы за то, что ты что-то сделал. Ладно, уж не пришел первый. Вот после уважаемых комментаторов на Тутбай я поняла, что время пришло и надо это делать, потому что они меня так закидали комментарием относительно моей неспортивной подготовки. Моя как бы задача показать, что лишний вес — это не уродство. Может быть, я вижу у себя такую небольшую, свою такую небольшую миссию донести о том, что это нормально, с этим можно жить, жить активной жизнью, при этом оставаться красивой женщиной. Я попыталась бегать, у меня заболели колени. Я поняла, что это будет не очень круто для здоровья. Притухла и думаю, где же еще получить свою медаль. Узнала, что есть, во-первых, такие заплывы. И, в принципе, я как в детстве занималась плаванием, подумала, ну вот здесь я точно смогу. Называется заплыв, побег из замка Ив. Но вот мне хотелось совершить побег. Это открытая вода, это волны, это ветер, это солнце в глаза, это ты все-таки ориентирование на воде. Но поскольку здесь нету понятия любители и профессионалы, все плывут вместе, поэтому, конечно, наверное, на результаты очень сложно с людьми, которые плаванием занимаются с детства и потом переключились там на эти заплывы, наверное, соревноваться будет сложновато. Я хотела 2,5, может быть, чтобы начать постепенно, 2,5 увеличивать. Но 2,5, как занимаясь плаванием, оно не звучало заоблачно, поэтому решила замахнуться на 5. Боюсь, что будет страшно. Там будет какой-то момент, захочется сойти, захочется сказать, все, давайте здесь закончим. Но жду я, естественно, эмоций после, потому что когда это все закончится, когда ты сделаешь, а я надеюсь, что все-таки я успею вложенный час сделать, то мне кажется, количество эндорфинов, которые обещают всем от спорта, здесь будет удвоено, утроено. И я думаю, что с этими такими эмоциями, что я преодолела, что я это сделала, я на них еще долго протяну.